сказал же о том, что ребята должны сделать выводы и должны понимать, что игроков опасный соперник. То, о чем он говорил, то, что многие специалисты смеялись, усмехались. Футбол не прощает недооценку, поэтому мы сами сегодня все увидели. Когда команда играет как единоцелая, не может футболист разучиться за неделю играть в футбол. Значит, на первом месте что уходит? Психология, настрой, желание. Я целую неделю говорил, что это только первый тайм. Второй тайм мы проиграли 2-1. Хорошо, что мы делали. Спасибо, ваши вопросы. Кто первый? Максим. И громче, пожалуйста. И введите, пожалуйста, кто ближе сидит. Ну, я не слушаю, серьезно. Хорошо, постараюсь помочь. А Максим Стерков, причина Сергей Павлович. Нам всем очень долго откатывалось в игру. Что случилось? Да, то, что случилось. Недооценка соперника решили малыми силами сыграть. Хотя я прибежал, прибыл к игрокам на новом стадионе, или много болельщиков. Если вы распустите эту команду, то будет проблема. То, что и произошло. Ошибка в центре поля, пропускаем гол. Соперника идет эмоциональный подъем. Это футбол, поэтому у нас много специалистов, но не все проблемы. Пожалуйста, громче. Видишь, футбол болит. Сергей Витальевич, свист после окончания матча со стороны трибун. Считаете ли вы его справедливым? Ну, я считаю, для некоторых игроков, я считаю, да. Не все ребята сыграли свою силу. Вот. Но в целом, я скажу, что ребята выложились. Проиграли почему? Допустили две крупнейших ошибки в центре поля, в центре защиты. То, что мы не сделали в игре на выезде, когда играли. Мы сыграли очень надежно, не было ни одного удара, даже в створ ворот. Очень хорошо и добротно сыграли. В этой игре эти две ошибки повлияли. Реализуем свои созданные моменты. Счет мог быть 5-0. И всем радуюсь, и всем хлопали, всем будут довольны. Пожалуйста. Петр Зайцев, вы убиваете. Сергей Витальевич, сумели ли ваши ребята адаптироваться к полю? Все-таки вы играли на нем первый раз. Ребята всегда просят, подойти на поле. Вот. Ну, полили поле. Оказывается, проблема не в том, там, не в поле, не в этом, может быть, в ногах, может быть, в голове, в желании, в сердце где-то, вот, в эмоциях, которые надо отдавать. Вот. Но я сказал, что поле специфическое, оно вроде кажется твердое, а на самом деле, видите, газон едет, и надо уметь подбирать обувь. Но, опять же, все специалисты, все знают, как лучше. Очень тяжело достучаться для ребят, когда они так относятся. По мне, это профессионально. Не все профессионально относятся к подборке и к обуви. Пожалуйста. Алексей Карадзе, здесь столица. После второго пропущенного гола все-таки сопернику не удалось там каких-то моментов еще создать. За счет чего? Динамо не дал? Ну, уже терять было нечего. И там, какой счет, там, 2-2, например. Поэтому они все команды пошли вперед, стали бить туда. А в таких ситуациях любая ошибка, она чревата. Просто когда счет был 1-1, мы имели столько моментов, забивая мяч, и все, игра решена, спокойно выигрывая игру, и там и второй. Но ну, надо же выходы 1-1 завершать. То есть хотя бы из 5-6 созданных моментов многие-то можно забить. Браво. Как вам атмосфера сегодня? Отлично. Как вам атмосфера сегодня? Не было ощущения, что вы играете товарищеский матч? Нет, атмосфера, я считаю, хорошая была. Вот. И я считаю, что в такой атмосфере поле погиб, решили люди, как бы, ну, нельзя плохо играть. Но не все ребята услышали, не все это понимали. Пожалуйста. Сергей Витальевич, а как вы оцените вообще газон? Это лучше, чем на тракторе или хуже? Может, только ты это оценил. Где я прям лучше буду падать? На тракторе или здесь? Газон хороший, добро. Но если там будут ядра летать и копия, я скажу, что
недолго он будет. Это дорогое удовольствие на таком газоне швырять мол. Пожалуйста, Максимовский комментарий. Вот в интервью, это в смысле, правда, Сергей Витальевич, вы после финального свистка долго говорили с Максом Журневичем, о чем есть на секрет? Секрет. Следующий вопрос. Перед игрой Министерство спорта и туризма распространяло билеты через подведомство. Стоп, это не вопрос тренера, это потом вопрос присутствия. Первый что-то, что вы слышите? Такой ментальный счет. Динамо уже с тобой одним стадионом, или пока еще идет перестройка спорта этого времени? Я думаю, пока сложно, да. Мы сыграем только первый матч. Вот. Если вы видите, мы постоянно то там играем, то там, то не секретцы, когда наши матчи проводят, то на тракторе. Сейчас нам дали Динамо, но я не уверен, что мы будем здесь постоянно играть, потому что здесь, как я слышал, опять легкоатлетические соревнования проходят. Потом надо месяц его латать. Потом еще сборная, поэтому, ну что, пока скидаемся. Привет. Задавай. Сегодня открылось трансферное окно. Нужно ли помочь себе? И если да, то какие позиции вы посчитаете нужно в себе? Ну, когда трансферное окно закроется, тогда вы узнаете, какие мы позиции вы все и кто написали.